Начать свой бизнес или расширить уже имеющийся. Для этих целей в Ингушетии с 1994 года работает фонд поддержки предпринимателей региона. За 30 лет за счет средств микрокредитной компании финансовая помощь оказана свыше 1400 объектам предпринимательства. Поддержка оказывалась и в прошлом году. В 2022 году фондом выдано 14 микрозаймов на сумму 30 700 000 рублей, в том числе 5 микрозаймов самозанятым лицам и 10 микрозаймов начинающим предпринимателям. В текущем 2023 году выдано 6 микрозаймов на общую сумму 10 500 000 рублей. Микрокредитная организация является одним из значимых рычагов финансово-экономической поддержки для малого и среднего бизнеса. Микрозаймы предприятиям выдаются до 5 миллионов рублей на срок до 3 лет под 6% годовых. Для самозанятых сроки и проценты аналогичны, а вот сумма сделки другая. Начинающий предприниматель может рассчитывать на займ до 500 тысяч рублей. По микрозаймам мы в этом году выполняем все плановые показатели. До конца года выполним. Ну и в следующем году мы, конечно, планируем наращивать данную поддержку. Туда входит в том числе и мы подали заявку на докапитализацию фонда. Если федеральный центр нам это одобрит, будет поддержка оказана, конечно, мы сможем охватить большее количество предпринимателей, поскольку у нас заявок очень много. Всех удовлетворить все заявки у нас не получается, в связи с тем, что средства ограничены. Ну, на следующем году надеемся на эту поддержку, докапитализацию. Ну, тем не менее, если даже докапитализации не будет, мы планируем наращивать, объемы увеличивать и активно занимаемся этим. Увеличить капитал фонда, а вместе с этим и число выдаваемых займов компания планирует за счет национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Условия для субъектов МСП те же. Это регистрация на территории Ингушетии, нахождение в едином реестре и положительная кредитная история. Но есть у нас и часть средств, которые мы предоставляем, это стартапам, то есть вновь открытое предприятие. Не все, конечно, но часть мы тоже оказываем поддержку. Тут, конечно, подход у нас более тщательный, потому что мы должны обезопасить себя, что проект будет реализован, что он не будет убыточным. А что касается обычно рядовых, это больше года деятельность осуществляет, предоставляет отчетность. Мы уже можем какой-то финансовый анализ провести, можем проверить его бизнес, выехать на место. По другим критериям отбора у нас идет по актуальности и целесообразности этого бизнеса. То есть, если к нам очень много обращаются те, которые занимаются просто торговлей, и очень мало обращаются те, которые там что-то новое производят, какие-то ноу-хау, производство. И мы, конечно, пытаемся их больше поддержать, потому что это более необходимо в регионе, и такие вещи больше надо продвигать и поддерживать. Фонд не только предоставляет микрозаймы на льготных условиях, но и оказывает гарантийную поддержку. Сопровождает предпринимателя на всех этапах производства. Финансирование организации идет за счет федеральных денег и софинансирование из регионального бюджета. По гарантийной поддержке компания встает в качестве поручителя за субъект МСП. Здесь и суммы намного больше, и ставка фонда снижена до 1,5%. По гарантийной поддержке мы в этом году выдали уже гарантии. Это и крупный инвестиционный проект, который реализуется у нас в регионе, Best Brand. Это, как мы знаем, это производство санитарно-гигиенических средств. Это алюминиевый завод Реал, который реализует инвестпроект на базе кластера, алюминиевого кластера у нас в регионе. Тоже крупный проект. Оказали поддержку, предоставили гарантию. На сегодняшний день их заявки в банке уже одобрены. Ждем реализации. У микрокредитной компании подход к каждому проекту индивидуальный. Фонд поддерживает разные виды деятельности: сельское хозяйство, оказание услуг, розничная торговля. Правда, в приоритете внутреннее производство, так как в регионе наблюдается его дефицит. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Новости 24.